Из жары в холод и снова в жару. Резкие температурные скачки ожидают красноярцев на этой неделе. Самым теплым будет вторник. Обещают до плюс 28 днем, но уже ночью всего плюс 10 градусов. В среду пойдет небольшой дождь, но при этом будет еще довольно комфортно. Плюс 22. Ночью опять похолодает до 11 градусов. В четверг столбики термометров покажут всего плюс 18. Столько же ожидают и в пятницу, но уже ночью похолодает до плюс 3. На выходных будет облачно, но без дождя. В субботу плюс 20 днем и плюс 3 ночью. В воскресенье немного потеплее, плюс 22 и плюс 8 градусов соответственно. Максимальные температуры, и это будет в пределах климатической нормы, но вот в отдельные дни, вот это вот ближе к четвергу, пятнице, возможно, ну, на 1-2 градуса будут ниже климатической нормы. Ветра сильного мы на этой неделе не ожидаем. Преимущественно будет восточного направления, в начале недели северо-западного, от 2 до 7 метров в секунду, возможно, порывом до 12-13 метров в секунду.